А в Актюбинской области растет выживаемость недоношенных детей. Врачи спасают жизни даже 500 граммовых новорожденных. Во многом успешных результатов удалось добиться благодаря новому оборудованию областного перинатального центра, в который поступают беременные с тяжелыми заболеваниями. Подробнее об этом Елена Устимович. Чудо сотворили врачи для дочери Гульбану Куныспаевой. Она поступила в роддом на 6-м месяце беременности. Врачи спасли ребенка, вес которого не превышал килограмма. За полтора месяца маленькая Аяла набрала почти 700 граммов и научилась самостоятельно дышать. Сейчас дочка немного набирает вес. По последним данным, мы уже 1,6 кг. Для меня это большое счастье. Огромную благодарность я хочу сказать врачам. Они очень внимательные. Научили меня ухаживать за моей малюткой. С 2010 года областной перинатальный центр специализируется на выхаживании недоношенных детей. Ежегодно здесь раньше срока на свет появляются около 600 младенцев. Это 10% от всех родов, которые принимают в родильном доме. Все преждевременные роды концентрируются в нашем перинатальном центре. Более того, у нас работает консультативно-транспортная служба, которая транспортирует всех недоношенных детей или детей, родившихся с какой-либо патологией, из других медицинских организаций к нам в перинатальный центр, где они могут получить более качественную, квалифицированную помощь. Детская реанимация рассчитана на 6 коек, но детей всегда больше, говорит главный врач. Аппаратами вентиляции легких сегодня обеспечены все младенцы, за чьи жизни борются неонатологи. Врачи проходят обучение не только в Казахстане, но и за границей. Ребенок, который родился с весом 480 грамм, он уже находится почти месяц и сейчас начал набирать весе, и сейчас его вес составляет уже 700 грамм почти. Благодаря усилиям наших неонатологов, детских реаниматологов, мы смогли достичь такого результата. Каждый новорожденный весом от 500 граммов считается полноценным ребенком, за жизнь которого врачи обязаны бороться. Такие малыши нуждаются в особом уходе. И хотя выживаемость недоношенных детей в области растет, главный совет врачей для всех мам и, как прежде, беречь себя и будущего ребенка с самого начала беременности. Елена Устимович, Болат Молдагалиев, Актобе, 24 KZ.